Просто вот здесь прям Андрюхе бахнуть стену. Посередине, где будет у него там что-то высыпаться, всякие ресурсы бахнуть. И просто, ничего не говоря, уйти. Молчком. На-ка тебе, Андрюша. Это не все. Давайте еще посмотрим архитектуру мастера. И это будет последнее, что было в твоей жизни. Ты меня палишь, да? Запалил стремец. Здорово всем хардкорщикам! Меня зовут Волкофрения, и я начинаю серию гайдов по игре Life is Feudal. Итак, мы выбрали сервер и появились голышом в одних трусах. Что делать? Ну, для начала нам нужно какие-то соорудить инструменты, что ли. И для этого нам понадобится дерево. Для начала подходим к дереву, и появляются у нас возможности контакта с ним, так сказать. Что можно сделать? Нам нужны ветки. Из них мы будем что-то строить. И мы выбираем сорвать ветку. Вариант. Вот мы уже сорвали пару веточек. Сорвать. У вас полоска, может быть, будет идти медленнее. У меня гейм-режим, поэтому она быстрее. Но не обращайте внимания. Кстати, если у вас английская версия игры, то отличный, просто великолепный русификатор вы можете скачать по ссылке в описании этого видео. Все полезные ссылочки, о которых я буду говорить в гайдах, они все будут в описании к видео. Так что пользуйтесь, не стесняйтесь. Я, собственно, ручно залил на Яндекс диск этот русификатор, не бойтесь, скачивайте. И будет вам счастье. Итак, собираем веточки с дерева. У нас появилось, вот мы уже собрали 4 веточки. Что делать? Мы должны нажать правой клавишей на веточку и выбрать лесничество, создать примитивные инструменты, или же просто два раза нажать на веточку, два раза левой клавишей мыши. У нас появляется такое вот окно крафта, создание примитивных инструментов. И вот у нас список всех инструментов, которые мы можем делать. Давайте начнем с самого простого, самого необходимого. Это лопата. Лопата нам нужна для того, чтобы копать, выравнивать почву. И чтобы на выровненной почве уже что-то строить. Потому что на кривой, на неровной поверхности строить не все можно. Итак, для того, чтобы нам сварганить лопатку, нам понадобится одна веточка, один кусок кремня и одно растительное волокно. Где найти это все добро? Веточки у нас есть. Нам нужен кусок кремня и растительное волокно. Что это, правда, хер пойми, ну ладно. Значит, чтобы найти камень, кусок кремня, нам нужна поверхность вот с таким, гористая поверхность с камнями. Мы просто подходим. Где можно найти ее, гористую поверхность? Можете посмотреть на карте. Вот карта. Все гористые местности, все обладают каменными породами, рудой железной и так далее, разной. Так, вот мы добежали до поверхности каменной. Нажимаем правой клавишей на почву, так сказать. И выбираем в геологической разведке искать подходящие куски кремния. Оп. Нет, не нашли. Вот у нас есть система, вы ничего не нашли. Но это не страшно. Это бывает, надо еще искать. Значит, тут плохо ищем у меня пока. Ищем еще. Оп. Нашли флинстон, кусок кремния один, да, один есть. Давайте еще. Значит, чтобы каждый раз не нажимать правой и не выбирать, что нужно сделать, там найти куски кремния, мы можем на этот, допустим, искать снаряды для прощи. Мы нажимаем правой клавишей на нее,
Видите, у нас поменялось здесь. По дефолту искать снаряд для пращи. Теперь мы можем просто буковкой Е английской нажимать, и он будет искать снаряд для пращи. Так, нам надо искать подходящий куски кремня. Вот, теперь можем Е нажимать, он будет искать. Так вот, с этим, здесь мы можем также как раз таки камушки для пращи собирать и делать пращу уже. И охотиться на животных с ней. Но это уже позже. Для начала мы такой гайд посвящен основам, что и как вообще делается в игре. Как крафтится первый инструмент. Вот мы собрали 8 камня, 4 веточки. Нам еще нужно собрать волокно. Волокно просто на почве, на любой почве зеленой, не гористой, не каменистой. Просто где травка есть. Нажимаем правой клавишей и выбираем знание природы, собрать растительное волокно. Также правой делаем дефолт, ставим. Поехали на буковку Е английскую. Собираем. У вас полоска будет идти медленнее, сразу говорю. У меня быстрее идет. Здесь настройки сервера такие поставил, чтобы долго вас не мучить этим сбором и меньше обрезать видео. Просто сделал. Так он нас собирает. Копается что-то в траве. Вот мы собрали, да, 11. Plant Fiber называется по-английски, если что. Русик можете скачать в описании видео. Еще раз буду повторять часто. Растительные волокна. Итак, давайте два раза на веточку. Выбираем лопата. Шовер. Крафт. Поехали. Крафтится лопат. Оп, появилась в инвентаре у нас лопата. Все. Давайте скрафтим. Что тут еще нам надо? Мы, допустим, захотели быть строителем. Опа, у нас нам нужен молоток для этого. Это с точки зрения логики. Для того, чтобы скрафтить молоток, нам нужен камень. Рок. Растительные волокна и ветка. У нас все это есть, кроме камня. Чтобы добыть камень, нам нужна кирка. Добываем также вот здесь. Нам нужна кирка. Посмотрим, что нужно для кирки. Здесь все по логике делается, ребят. Все по логике. Кирка. Нужен флинстоун, да, кусок кремня. Флинтфибер и веточка. Это мы умеем. Пожалуйста, крафтим. Есть кирка у нас появилась. Значит, как одеть? Правой клавишей и общие действия. Выкинуть, экипировать. Мы можем нажать экипировать. Он нас одевает. Либо нажимаем букву Т английскую. У нас появляется инвентарь наш. То есть не инвентарь, а персонаж, куда мы просто перетягиваем лопату. Куда подсвечивается, сюда мы можем перетянуть. Хоп, он одевает. Все круто, круто. Что дальше? Вот мы одели. У нас кирка есть. Нам нужен камень для того, чтобы сделать молоток для строительства. Кирка для шахтера, для кузнеца. Лопата, в принципе, всем нужна, выравнивать почву, терраформингом заниматься. Давайте правой клавишей на квадратик вот этот. Почва, значит, весь ландшафт измеряется в квадратиках. Я вам потом это покажу. Вот, берем камень. Геологическая разведка. Нет, терраформирование. Прорыть туннель. Начинаем калашматить киркой. У меня полоска, опять же говорю, идет быстрее, потому что ГМ мод. Вот мы так долбили-долбили, и у нас появилось в инвентаре камень. 150 камня, много. Теперь мы можем сделать, собственно, два раза на веточку. Кирка. Ой, нет, не кирка. Топ. Молот. Вот, для строителей. Поехали, крафтим. Молот строительный есть. Значит, что дальше? Топор. Для лесника нам нужен топор. Если вы лесник, допустим, нам понадобится топор. Что для него нужно? Флинстон, все есть у нас. Видите, крафтим. Топорик скрафтили. Дальше. Если также вы лесничий, плотник, да, нам понадобится помимо топора еще и пила, чтобы пилить эти бревнышки. Нам вот три веточки надо собрать и один плантфибер. Не хватает, да? Знание природы, собрать волокна. Волокна собираем. Все. Идем к дереву, к ближайшему. И срываем три веточки. Также я вот нажимаю, у меня забинжен уже сорвать ветку. Я правой клавишей нажал в дефолт. И все, и она такая сохранилась.
И я просто Е нажимаю английскую. Все. 5 веточек. Ну ладно, 5. Окей. Пила. Все есть. 3 планфибера есть, волокна. 7 камней. Ага. Не хватает кремня. Кремня, да, правильно говорю. Подходим. 2 штучки не хватает нам. Подходящие куски кремния искать. Оп. Оп, на Е. Нажимаю опять. Оп, на Е. Все, кремень есть. Вот уже ачивка какая-то открылась у меня, достижение. Мастер проспект. Отлично. Мастер ковыряния. Все, теперь можем скрафтить на пилу. Эти 8 из 7, 5 из 3, 5 из 3, все есть. Крафтим пилу. Пила есть теперь. Что еще здесь есть? Серп. Это для алхимиков, кто собирает травку, но потом нам понадобится. Ну ладно, можем тоже сделать. Не так трудно делается все. Видите, все то же самое. Все примитивные инструменты из одних же реагентов, ресурсов делаются. Факел. Ну, для начала не нужен пока. Удочка. Проща. Кстати говоря, вот 10... волокон и одна палочка. Мы можем сделать прощу и кидаться потом камушками в зверей, так скажем. Когда будем заниматься снятием шкур, они нам понадобятся, нам надо будет ловить, охотиться на животных. Котелок, но это все потом, примитивные все вещи. Вот, кстати, примитивный нож еще нужен для лесничего, делать ручки из дерева потом. Потом уже, это уже потом, когда будет гайд по профессиям. Сегодня гайд по основам, потому как сделать примитивный инструмент, что для чего они нужны и так далее. Вот у нас появились первые инструменты, которые мы можем одеть. Допустим, вот топор можно в нижнюю одеть, и молоточек тоже можно в нижнюю одеть. В общем, по полной затарились. Практически все инструменты у нас готовы, чтобы что-то, чтобы выживать, что-то делать. Что дальше? Мы должны определиться с профессией. Кончается выносливость у нас, стамина, так сказать. Видите, одна полоска доходит. И все. И тогда бежать он не может. Чем больше мы на себе тащим, тем быстрее кончается выносливость. Мы просто можем это все снять с себя в рюкзак, и он, ему будет легче бежать. Либо есть такой скилл на петюлю. На пятерочку мы нажимаем, даже можно в беге нажать пятерочку на клавиатуре, он сам все снимает. И начинает бежать нормально. Видите, да, как выносливость перестала убавляться быстро. Вот. И еще скорость быстрее, кстати, это скилл такой. Так, что дальше? Давайте быстро тогда по интерфейсу пробежимся, потом расскажу про профессии, о чем начал. Что у нас здесь? Это полосочка голода. Когда она кончится, мы умрем. Естественно, надо питаться. Питаться здесь поначалу можно яблоками. Искать деревья, на которых просто будут висеть яблоки. Вы увидите, по лесу так побегаете. Это по поводу питания. Что дальше? Второй стат. Это у нас карма. Видите, у нас пока ноль. Если мы будем кого-то убивать, карма будет падать в минус. Если будем делать какие-то добрые дела, не убивать, а молиться, там это будет в будущем возможно, там священником становиться и так далее, у нас карма будет плюсоваться. Но пока этого нет, нету профессии такой, как священник, там апостол и так далее. Это плюсовать пока нельзя, только минус входить. Если мы перевалим по полной за минус там 50, то помолившись, восполнить карму, обнулить, то есть за злодея, да, обнулить, мы не сможем, если она пойдет, дает до лимита. Так мы и будем плохим застранцем, ворюгой, убийцей и так далее. Вот. Но до этого момента, до лимита, мы можем ее возвращать на круги своя методом молитвы на семерочку. Вот такой скилл, молиться. Он встает, начинает молиться и, забыл сказать, телепортируется на место, где вы появились в первый раз. Да. Итак, это по поводу кармы. Конечно же, вот понятно, скилл. Ой, не скилл, а полосочка жизни, ХП. Ну, про полоску выносливости я уже сказал. Итак, вот этот человечек отображает все, что случается с вашим телом. Если вас грызанули за руку волки, если лось
своими рогами ткнул вам в глаз, все это будет отображаться вот здесь на картинке, красные точки, такие кружочки будут появляться, да, травмирование, в общем. И также оно есть на кнопочку английскую P, появляется вот такая картинка, здесь тоже будет все отображаться на картинке, порезы, вывихи, переломы, ушибы там и так далее. Также здесь, в принципе, мы видим все статы наши. По поводу интерфейса еще скажу. На клавишу, на кнопочку F10, если вы нажмете, у нас появятся вот такие вот фитюлечки, которые мы можем передвигать и менять. Вот эти вот все полосочки, все, вот я уже тут делал. Их можно увеличивать, как мы хотим, нажать на ключик, opacity, прозрачность сделать и величину текста и так далее. Вот. Еще без цифр даже можно убрать цифры. В принципе, можете разобраться. Тут несложно, у всех одинаковые настройки. Ой, растягивать, конечно. Вот. Это что касается интерфейса. Эффекты, комбо, таргет и полосочку со скиллами. Чат тоже можно сделать поменьше. В принципе, интерфейс, с интерфейсом все. По поводу азов я вам все рассказал. Дальше будет у нас гайд по строительству. Рассмотрим и посмотрим все постройки, как и что делается. Будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось видео, делитесь, конечно же, делитесь видеороликом. И ждите следующего гайда. Пишите комментарии, вопросы, что непонятно, на все отвечу. Всем счастливо, друзья. С вами был Волкофрения. Безумный канал, безумные игры. Пока.